Несколько месяцев в Астрахани обсуждают истории инвалидов, выселенных на улицу из социального центра. Вас не возьмут, вы теперь не наши. Мы же не игрушки какие-то, а живые люди. Некоторым из них приходится спасаться от морозов в маршрутных такси. С конца в конец сажусь в дальний, в конце дня. И все, день проходит потихонечку. Как инвалиды стали бездомными и почему они отказываются от предложенной крыши над головой? Люди делают дело-то достаточно хорошее и благое, обеспечили всех остальных проживающих в этом центре жильем. Так что вам мешало? Вы ее снимали там за 7,5 тысяч, а здесь вы можете снять ее намного дешевле.